Итак, смотрите, детишки, дедушка Хулио изучил тайны левитации. Сперва предметы научим левитировать, летать, то есть, а потом, глядишь, и сами с балкона. Шучу. Смотрите, короче, берем морковку, да? Если правильно магнитное поле ладони снизу прямо так подвести, да, отпустить, она вроде как примагнитилась к нижней ладони, да? А теперь вуаля! Опа! Тихо. Теперь концентрируем магнитное поле верхней ладони, смотрите. И летает! Вот это чудо, да? Блин, прикольно. Вот я говорю, это магия, это все магия.